Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Пора, давно пора усвоить, что нарушать ПДД безнаказанно сейчас не получится. У многих есть видеорегистраторы, повсюду установлены камеры, все это выкладывается в интернет. На основе видеозаписи как раз и накажут водителя автобуса, который на прошлой неделе беспределил на перекрестке Воровского и Карла Маркса в Кирове, повернул налево через встречную полосу, создав аварийную ситуацию. По данным ГИБДД, шоферу придется заплатить штраф 5000 рублей. Трасса 101. Сотрудникам ДПС рекомендовано перейти на особый режим работы из-за коронавируса. В частности, они должны воздержаться от приглашения нарушителя в патрульный автомобиль или на территорию стационарного поста для составления протокола. Плюс обязательное ношение масок. Кроме того, сотрудники регистрационных отделов временно не будут штрафовать автовладельцев, которые не поставили машину на учет в отведенный для этого 10-дневный срок. Трасса 101. МВД просит ускорить обсуждение поправок в законодательство, которые наделяют сотрудников ГИБДД новыми полномочиями по проверке водителей на алкоголь и наркотики. Делаться это будет с помощью некоего прибора, который выявляет факт опьянения бесконтактным способом. Больших подробностей об аппарате нет. При таком освидетельствовании не потребуются понятые, составление протокола или видеосъемка. Трасса 101. Компания Datsun зарегистрировала название для нового кроссовера, который будет продаваться в России – «Магнит». Почему именно такое и имеет ли к этому отношение известная торговая сеть, неизвестно. Машину собираются представить летом. Оснащаться она, по некоторым данным, будет в том числе трехцилиндровым 1-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 лошадиных сил. Трансмиссия, механика либо робот. Трасса 101. УАЗ «Пикап» получит автоматическую трансмиссию зарубежного производства. Точно такой же в прошлом году начали оснащать внедорожник «Патриот». Ходили слухи, что она не очень-то прижилась. Вдобавок, «Пикап» обзаведется бензиновым мотором объемом 2,7 литра мощностью 150 лошадей. Продажи автомобиля должны начаться в этом году. Сейчас он стоит минимум 700 с небольшим тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.